Всем добрый вечер, дорогие друзья! Решила для вас заснять на утро видео, так как завтра я буду в Соликамске и не смогу утром видео выпустить. Вы меня давно просите показать фотографии моих родных или вообще какие-нибудь фотографии. Я сегодня занесла все свои альбомы, достала. И хочу поговорить немножко об этом. Многие просят меня показать фотографии моей мамы и рассказать про мое детство. И многие задают вопрос: Настя, почему ты не хочешь рассказывать о своем детстве? Ну, как сказать? Можно сказать так, что до 11 лет у меня детства не было. Там было не детство, а выживание, по большей части. Потому что там я не жила, там я выживала, как могла. Вкратце могу сказать то, что я никому такого детства не могу пожелать. Моя мама... Моя мама, она просто-навсего... Ей было не до меня. Она любила выпить и где-нибудь пообщаться с кем-нибудь, короче говоря. Если в мягких словах как-то вкратце рассказать. Когда мама пила, я старалась дома не находиться. Потому что у меня был отчим, который мог меня избить. Да. Мне очень тяжело про это рассказывать, но... Знаете, какая бы она ни была мама, она самая лучшая остается мама на свете. Могу только сказать, берегите своих мам. И желаю всем мамам на свете крепкого-крепкого здоровья. Маминых фотографий, по сути, у меня немного. В основном, когда она была молодая. Сейчас я вам постараюсь их некоторые показать, но их немного. Мама моя училась на повара. Она была самой красивой на свете. Вот на этой фотографии моя мама, а вот она именно. Вот, это моя мама. Это она, когда училась в училище или в колледже, я не знаю, как раньше это называлось, она училась на повара. Я не знаю, тут который год, 78-й год. Мою маму зовут, если кто-то еще узнает себя на этой фотографии, то моя мама Агеева Елена. Это ей здесь было 18 лет, второй курс, 521 комната. Тут даже подписана эта фотография. Вот эта вот фотография, я ее нашла уже давненько, но вот она в плохом состоянии, но вот здесь мама с братиком сидела, я ее хочу попробовать как-то отдать специалисту, чтобы как-то довосстановить ее и переоформить. Тут у меня вот обрезан старый братик, видать, где-то старая фотография валялась, я ее не стала выкидывать, сохранила у себя. Сейчас постараюсь еще мамину сначала фотографию найти. Да, вот. Здесь 77-й год, второй курс, город Красновишерск. И вот здесь вот она, моя мама. Моя мама в молодости очень была красивая, пока не начала употреблять алкогольные напитки. Она самая лучшая. Сейчас постараюсь еще найти фотографии маме. Тут фотографии больше, конечно, моей бабушки. Можешь поднимать, пожалуйста. Почему я снимаю на кухне, зададите вы мне такой вопрос. Ну, потому что это самая тихая комната. Так, а здесь у меня кто? Вот, фотография 97 или 87 год. И вот здесь вот с краю моя мама сидит, когда они учились на повара.
сейчас постараюсь показать еще фотография. Вот это вот нет. Это лето 78 года, проспект Фокил написано. И вот здесь вот моя мама в платочке сидит с щеночком на руках. Вот это вот моя мама в платочке. Красивые фотографии раньше делали, старались. Сейчас уже таких фотографий у некоторых даже нет. Но я стараюсь, храню и бабушкины фотографии. Так, это 3 месяца. Но вот здесь, видите, не написано, чья фотография. Но, по-моему, это она с моим старшим братом сидит. Это моя мама. Только и остается, что переглядывать фотографии. Сейчас постараюсь посмотреть. Вот здесь вот фотография моя мама и ее родной брат, когда они еще были маленькие. Вот посмотрите. По этим фотографиям можно понять, что моя дочь Света и дочь Оксана очень походят на мою маму. Напишите обязательно в комментариях. Очень. Угу. Тут, конечно, это фотографии моей бабушки уже. Даже фотография моего брата есть, когда он еще в школе учился. Некоторые фотографии, конечно, ну я попробую показать. Вот это вот моя бабушка в молодости, которая сейчас живет в Абакане. Красавица была. Она и сейчас у меня красавица. Бабушка, тебе огромный привет, я тебя очень сильно люблю. Она мне сегодня звонила за день раза 4, наверное. Мы с ней разговаривали, общались. Вообще классно. Фотографий у меня уже очень мало осталось. Вообще очень мало. Ну вот, по мере возможности постараюсь что-то показать вам. Ну, маминых фотографий у меня почти что и нету. В основном, когда она была молодая, а так вот, чтоб уже когда возраст у нее уже нормальный такой был, у меня, можно сказать, и нету таких фотографий уже. Сейчас постараемся что-нибудь найти. Смотрите, вот моя мама в молодости тоже. А вот это вот, это моя бабушка в молодости. Я постараюсь, как смогу, вам показать. Вот моя мама в молодости тоже. А вот это вот моя любимая бабушка. Я надеюсь, что вам будет это интересное видео. И вы мне напишите какие-нибудь интересные комментарии. Да, вот фотография, а вот это вот, это моя мама. Мне кажется, моя Света очень сильно на нее походит. И Оксана вот маленькая, когда была, очень сильно на нее походит. Сейчас у меня где-то была фотография, когда она уже приехала к нам сюда, с Красноярска, на Мутиху. Но вот я ее найти не могу. Машенька, держи. Но я ее, к сожалению, найти не могу. Что-то. Может, я ее бабушке отдала, потому что она у меня одна единственная была. Конечно, постараюсь найти. Ну, я не обещаю. Знаете, вот вспоминать детство. Почему я не хочу вспоминать детство? Потому что мне очень тяжело вспоминать его. Вот это вот моя бабушка, которая сейчас живет в Абакане. Бабушка у меня вообще классная. Самая лучшая на свете. Сейчас попробуем найти. Фотографий, по идее, у меня много, но я все не хочу показывать. Вы меня просили в основном показать фотографии моей мамы. Тут кто-то даже уже вырезал фотографию нормально. Ну вот, пытаюсь что-то найти. Мама вообще, как бы плохо ее помню, мало ее помню, потому что я ее почти не видела.
почти не знала, можно так сказать. С 11 лет я жила со своей бабушкой. Я уже рассказывала на канале, что меня бабушка в 11 лет забрала к себе. После того, как я попала в больницу, поэтому вот я жила с ней. Маму не лишали прав, сразу говорю. Мама не была лишена прав. Она также осталась моей мамой, как и была. Ну, просто вот ввиду обстоятельств, чтобы маму не лишили прав, бабушка меня забрала к себе. Поэтому я воспитывалась с 11 лет у бабушки. А до этого я жила в Красноярском крае, в Богучанском районе, поселок Таежный. Сейчас постараюсь вот так вот сделать. Вот на этой фотографии моя мама уже, когда она к нам приехала в деревню на Мутиху, это я даже не могу сказать, какой год, по-моему, 19. У меня тогда еще Ильюши не было. Я тогда еще в школе училась, и, наверное, мне лет 13 было, или 14 мама приезжала. Вот такая вот она была после. Да, она очень сильно изменилась ввиду того, что она употребляла спиртные напитки. Вы сами понимаете, что водка не украшает людей. Хочу показать. Вот это вот. Я сижу со своей бабушкой. Вообще, да, не скажешь, что это там я держу. Это просто сидели за столом. Там я третьего человека показывать не буду. И ради шутки я в руки взяла бутылку водки для фотографии. Но раньше это было смешно. Снимались и все. И сейчас постараюсь показать свою маму вместе с бабушкой рядом. Вот так вот, чтобы других людей не показывать, постараюсь. Вот моя мама, и там бабушка рядышком стоит в черном платочке. Какой это год был, нету на фотографии, год не написан, но вот такая вот она у нас была. Это после того, как она приехала с Красноярска, мы ее, можно сказать, оттуда вывезли, с Красноярска. Высылали деньги на дорогу, потому что иначе бы мы ее раньше времени бы похоронили, можно так сказать. Бабушка приехала, мама приехала, слава тебе, Господи. С нами она прожила в деревне 4 года. Сказать, что она была и там хорошая, ничего не сказать. Она продолжала также пить. Она продолжала также, но она старалась, конечно, не пить, но не так сильно. Смотрите, Светланка в садике. Ну, как бы сильно мы не могли ей помочь, мы ее пытались уговаривать, чтобы она не пила, ругали ее, но это не очень сильно помогало. Я надеюсь, что плохих комментариев под этим видео не будет. Поэтому, ребята, я как-то к спиртному, многие говорят, да, она бухает. Ребят, если б я бухала, еще бы ладно. А то сказать, как я к спиртному отношусь, да, вообще никак. Поэтому вот так вот. Желаю всем мамам крепкого здоровья. Да, я собралась силами, я показала вам мамины фотографии. У меня их, конечно, осталось очень мало, но по мере возможности постаралась показать вам. Я надеюсь, что я на ваш вопрос ответила. Спасибо всем. Желаю всем вашим мамам крепкого, прикрепкого здоровья. Чтобы долгих лет жизни, чтобы не болели. Любите своих мам, какие бы они ни были. Это самый дорогой человек на свете. Пусть он будет пьющий, пусть он будет злой, ругается, хоть какой. Но это ваша мама, она вас родила. Всем желаю всего самого хорошего. Надеюсь, это видео вам понравится. Всем желаю крепкого здоровья. Всем говорю пока-пока.